когда человек здоровый бежит за того, кто сегодня, может быть, только сегодня, а не завтра, не может себе позволить пробежать эту дистанцию, это важно. Сегодня я на супергеройском задании от Саши Никитина. Бежим за своих. Влад мечтает получить лечение и жить полноценной жизнью. И этот марафон мы бежим вместе. Чем больше людей будут знать о том, что происходит, тем больше будет таких людей, которые очень-очень от всего сердца хотят помочь. А когда много людей собираются и хотят помочь, то мечты обязательно сбываются. Я Сёма. Большое спасибо Павлу, что сегодня бегу его ногами.